вы получили у нас кредит с помощью наших услуг. Хорошо, оплатили комиссию, я понимаю. Оплатили больше, чем написано, там у вас бумаги. 175 я получила и 175 им отдала. А сейчас еще займы остались. Объясни мне, а зачем ты займы на меня повесил? Я говорю, зачем мы делаем эти займы и ездим? Чтобы поднять вашу, Господи, банковскую характеристику. Но я ведь так этого не оставлю, Денис. Я же вас здесь урою. Если закон не приму, да, угрожаю. Я могу повторить, угрожаю. Возьму уксус, и я вас здесь с уксусом оболью. А сама бензином обольюсь и подожгусь. Я тебе говорю, мне терять в этой жизни нечего. Я сына похоронила, мужа похоронила. Мне в этой жизни терять нечего. Я тебе сказала, у тебя есть мама, а ты сказал, не трогайте мою маму. Вот теперь я трону твою маму. И ты ни фамилии, ничего не говоришь, тебе стыдно. Какое заявление я буду писать? На возврат денежных средств. Что писать? Шапку какую? Шапку. Так пишите. Заявление. Шапку кому? Не надо. Кому заявление? Я губернатору и то шапка писала. В администрацию и то шапка писала. А тут никому. Такого на деревне дедушке. А сколько договоров вы заключили с этой? А вот смотрите, сколько договоров. А за что я не пойму? Посмотрите тут, сколько их. Квитанция. Сумма 4000. Это 10 марта. 10 же марта. Финуспех. Квитанция на 8310. 10 марта. Финуспех. Еще 23 тысячи. Все оформлено документально. Да. 10 марта. Финуспех. 7475. Еще 10 марта. Снова финуспех. Снова платит Татьяна Георгиевна Павленко 4000 рублей. Он же мне не сказал даже. 10 марта. Мы хорошо поработали. 6562. Вы действительно очень хорошо поработали в этот день, Денис.